На стадионе «Березники Арена Спорт» стартовало первенство «Ависмы» по мини-футболу. За кубок победителя поборются 8 команд. Они сыграют друг с другом по круговой системе. От каждой сборной на поле выходит 8 игроков. Матч длится 2 тайма по 20 минут. Футбольные поединки проходят при любой погоде, поэтому футболистам-металлургам приходится сражаться не только с соперниками, но и с дождем и ветром. Лучше всего это пока удается команде цеха металлургия «Магния» и сборной цехов энергоснабжения и электрообеспечения. По итогам двух туров они выиграли все свои матчи. Причем тандем электриков и энергетиков установил своеобразный рекорд турнира, забив в одном матче сразу 9 голов. Мини-футбольные баталии продлятся до 28 июня. Игры проходят по вторникам и четвергам. Начало матчей в 18 часов. Приходите поддержать своих коллег и насладиться увлекательными играми.